Спорт и труд в ногу идут. В вахтовом поселке компании «Петроказахстан» Комколь Ресурсес на месторождении Комколь состоялись два значимых события. Здесь открыта мини-футбольная площадка под открытым небом и прошел традиционный 7-й конкурс по пожарной безопасности. Неизменным приоритетом компании «Петроказахстан» остается создание благоприятных условий для работы и отдыха сотрудников. В первую очередь для несущих тяжелую вахту. И теперь в вахтовом поселке на 500 мест есть собственное футбольное поле с искусственным покрытием. Спорт укрепляет здоровье и корпоративный дух, а это залог высокой производительности труда. В нашем коллективе большую часть работников составляет молодежь. Невозможно работать, не создавая для работников благоприятные условия. Поэтому мы делаем все, что в наших силах. Я думаю, у нас все получилось. Теперь, надеюсь, здесь будут чаще проходить соревнования. Благодаря прожекторам команды смогут играть здесь и ночью. В честь открытия площадки был организован футбольный матч. На поле встретились команды месторождения и офиса. И хотя игра была товарищеской, страсти кипели нешуточные. В итоге ничья 2-2. Всем участникам турнира были вручены ценные подарки от компании. Хочу выразить огромную благодарность руководству нашей компании за возможность провести отличный отдых на открытой площадке после рабочего дня, а также за развитие здорового образа жизни и укрепление сплоченности коллектива. Здесь можно играть не только днем, но и ночью. Во главе угла любой нефтедобывающей компании – пожарная безопасность. Петроказахстан ежегодно на месторождении Комколь проводит конкурс по пожарной безопасности. Цель – повышение профессионализма работников, проверка их готовности к чрезвычайным ситуациям. Среди судей были и представители департамента БОТОС. Мы с Алматы приехали, тоже участвуем в этом. Также, я думаю, не только молодые участники здесь принимают, и взрослые. И, как видите, виды разных соревнований улучшаются, усложняются, чтобы каждый понимал, что в той или иной ситуации пожарной, чтобы они приняли то правильное решение или обеспечили людям безопасность. В жаркой борьбе участие приняли 15 команд. 12 коллективов от структурных подразделений «Петроказахстан», «Комколь Ресурсес». Свои команды также выставили компании «Казгермунай», «Торгай Петролем» и «КАМ». По результатам пожарной эстафеды обладателем кубка стала команда «Торгай Петролиум». Второе место заняла команда «ЦППН» от «Петроказахстан». Почетное третье место заслуженно досталось команде «Казгермунай». Победители и призеры были награждены грамотами, ценными призами и медалями. Большое спасибо организаторам мероприятия. В этом конкурсе участвуем во второй раз. Завоевали первое место. По сравнению с прошлым годом задания были сложные. Но благодаря усердной подготовке мы смогли стать победителями. Посвящаем победу всему нашему коллективу. Айгерим Туриман, Ахан Алиев, Досхан Сатпай, телеканал «Кызылорда».